Хочу обратиться ко всем ветеранам боевых действий. Хочу обратиться ко всем братишкам из спецназа за помощью, чтобы защитить наш обычный народ, защитить наших стариков, защитить наших жен, защитить наших матерей, за которых мы воевали, за которых мы, не щадя своей, там, как говорится, крови и пота, отдавали долг Родине, которая Родина на сегодняшний день от нас вытирает ноги. Вытирает ноги, выражаясь в том, что на Дальнем Востоке 12 тысяч пенсия у бабушек, у ветеранов, по 12-13 тысяч пенсия. Я хочу к вам еще раз обратиться, призвать вас к благорассудию, чтобы вы поддержали все поддержали нас, наш просто город Хабаровск. Мы сейчас крепимся здесь против беззакония этой власти, против того, как они вытирают об нас ноги. Ребята, мужики, пожалуйста, как говорится, лучше смерть, чем бесчестие. Сколько можно...